Инвестиции в производство – приоритет экономической политики области. Об этом шла речь на первом в нынешнем году заседании Общественного совета при региональном министерстве промышленности и торговли региона. Вопросы, поднятые экспертами в обсуждении, указывают на болевые точки отрасли. Индекс производства за прошлый год составил 103%, что позволяет говорить о росте промышленности региона. В первую очередь это связано с успешной реализацией областным правительством инвестиционных проектов. Объем капиталовложений превысил 42 миллиарда рублей. Очень сейчас хорошие идут проекты по химии, нефтехимии, по каустику идет, по химволокну идет. По легкой промышленности мы достаточно серьезно продвинулись. У нас серьезная перспектива развития по легкой промышленности. Так что горно-обогатительный комбинат строится, который в Котельниковском районе. В планах у регионального правительства на этот год завершить три крупных промышленных инвестпроекта. Два из них в Волжском. Новое производство плавки карбида кремния на абразивном заводе и расширение производства спецканий на асбестотехническом. Еще один инвестпроект завода «Каустик» реализуется совместно с госкорпорацией «Роснано». В результате будет создано более 300 новых рабочих мест. Повышение инвестиционной привлекательности региона, занятость жителей, налоги в бюджет. Решать эти задачи в первоочередном порядке требует от правительства губернатор Сергей Баженов. С его подачи разрабатываются механизмы поддержки предприятий и новый базовый региональный закон. Все эти направления работы члена общественного совета при Минпромторге считают исключительно важными. Новое веяние, которое идет сегодня в России – это создание правового поля для того, чтобы шли инвестиции в промышленность. И уже около 30 регионов, если мне память не изменяет, 32 региона такие законы приняли. Надо создать такие условия, чтобы бизнесу было выгодно вкладывать свои финансы не в латание дыр на старом производстве, а модернизацию его и создание на его основе новых рабочих мест, получение высокоприбыльного производства. Со своей стороны, члены общественного совета при Минпромторге готовы в разработке таких деловых инициатив профильному региональному ведомству помогать. Наталья Стеганцева, Андрей Истомин, телекомпания «Ахтуба».